বেদহ বিভিন্ন আশ্রুতয়ো বিভিন্ন নাসো মুনির্যস্যমতম ন ভিন্যম ধর্মস্য তত্ত্বম নিহিত গুহায়ম মহায়নো যেন গতু সপন্থা বেদহ বিভিন্ন শ্রুতয়ো বিভিন্ন নাসো মুনির্যস্যমতম ন ভিন্যম ধর্মস্য তত্ত্বম নিহিত গুহায়ম নিহিত গুহায়ম মহায়নো যেন গতু সপন্থা গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ сказал, что Сиддханта, она нельзя говорить о Сиддханте как о какой-то зарядке, с помощью которой мы можем стать более сильными. Некоторые думают, что своими собственными попытками, своим собственным умом они могут произвести Сиддханту. Люди думают, что если они ученые, то они могут все понять, но что они могут что-то запомнить и красиво говорить, но Гаудия Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что Сиддханта это не гимнастика, что если мы будем тренироваться, то станем знающим Сиддханту. Нет, Сиддханта, она автоматически явится в чистом сердце. Если мы полностью предались, мы преданы нашему Гурудеву. И как Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он может говорить прекрасную Сиддханту, как это возможно для Гуру Кишор Дас Бабаджи Махараджа говорить прекрасную Сиддханту. Хотя внешне Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж не изучал много книг, не изучал санскрита. И как это возможно для него говорить такую прекрасную Сиддханту? И в этом вопрос. Я уже говорил вам, вы можете вспомнить, что Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он пошел на другой берег реки, чтобы встретиться с своим Гурудевом. Он смог встретиться с Гуру Кишор Дас Бабаджи Махараджем, а тот никогда не хотел встречаться ни с кем, но когда он услышал, что мой Прабху Бимала Прасад, он пришел, он был готов. И тогда перед Шрилой Прабхупады он сказал: «О, мой Прабху, ты пришел, садись». И после этого Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он попросил Шрилу Прабхупаду рассказать какую-то, объяснить какую-то шлоку из Бхагаватам. Шрила Прабхупад цитировал шлоку, объяснил ее. И вот он попросил его объяснить, и Шрила Прабхупад сказал, что да, конечно, по вашей милости я могу объяснить эту шлоку. И когда он закончил объяснение, то Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж улыбнулся, сказал: «Очень прекрасно, но, о мой Прабху, я могу объяснить еще ее по-другому, и как это будет выглядеть». И тогда Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж начал объяснять эту шлоку. И после того, как он закончил, Шрила Прабхупад был очень удивлен. Шрила Прабхупад сказал, как это возможно для Бабаджи Махараджа говорить о таком глубоком значении этой шлоки таким образом. И Шрила Прабхупад улыбнулся и сказал: если Гуранга Махапрабху находится в сердце Гуру Кишор Дас Бабаджи Махараджа, то все возможно. Любая Сиддханта, она может явиться по его милости, и поэтому в Упанишадах мы находим такие слова. В нашем сердце не может быть никакого неудовлетворения, если мы получим полную милость Гуру, Вайшнавов и Бхагавана.
никакого неудовлетворенности не останется. Наше сердце будет полностью насыщено, полностью довольно. Это возможно только по милости Гуранги Махапрабху. И сейчас я хочу напомнить вам, вы можете вспомнить, вы можете изучали читание Бхагавату, читание Чайтамриту. Предположим, что мы изучали их читание Бхагавату, читание Чайтамриту. Если вы не изучали, то, то нужно изучать. И также моя Харикатха, она, я говорю только для удовлетворения Верховного Господа. Моя Харикатха – это не инструмент, чтобы собрать какие-то деньги, положения, уважения. Нет, я, сидя на Вьясаса, не стремлюсь к этому. И поэтому я вынужден говорить о том, что вы, может быть, изучали читание Бхагавату, читание Чайтамриту, и там можно найти, что сам Сакшат Махавишну Аватар. И вот сам Адвайта Ачарья, он объяснял Гиту Бхагаватам Упанишады здесь, в этом Майпуре и в Шантипуре. И вот он объяснял, какие-то преданные приходили, слушали, но не всегда приходили, тоже бывало так. И тогда говорится, что если какая-то шлока из Бхагавад-гиты, если он не давал ей, если вот какую-то шлоку, Адвайта Гасай объяснял ее, но значение этой шлоки не являлось в его сердце, то тогда Адвайта Гасай говорил, что сегодня я заканчиваю Харикатху, буду поститься весь день, и ночью Бхагаван обычно являлся к нему во сне, то есть обычно являлся и говорил, что вставай. Вставай, и вот шлок, настоящее значение шлоки таково. И Верховный Господь являлся к нему во сне и говорил Адвайта Гасая. О, Адвайта! О, Адвайта! Не хватит поститься. Вот значение этой шлоки, вот Махавишну Аватар, он являл такой пример. И как кто-то может говорить, что он знает всю Сиддханту, если сам Адвайта Гасая, сам Аватар Махавишну, даже Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишну с вами, не Бхаркачарья. Они являют абсолютную истину до какого-то своего уровня. Верховный Господь вдохновил их действовать так, и они действуют, но они говорят до какого-то определенного уровня, они не утверждают, что они знают все и могут говорить абсолютно обо всем. Как Вриндаван Дас Такур, он Вьяса Аватара в Чайтанья Лиле, он может написать о всем, что угодно, он может видеть прошлое, настоящее, будущее. И я говорил уже, как это было возможно для Валмики Муни составить Рамаяну 60 тысяч лет до того, как явился Рамачандра. На самом деле, Вриндаван Дас Такур Махашай, он может описать все, но все же до какого-то
уровня, он по вдохновению Верховного Господа, он остановился, чтобы следующее служение мог исполнить Кришнадас Бабаджи Махарадж. И Кришнадас Бабаджи Махарадж говорит, что то, что оставил мне Вриндаванадас Такур Махашой, он в Вьяса Читания Лилы, я просто принимаю остатки от его, остатки его милости. Я не могу говорить о том, что я знаю Сиддханту лучше, чем он. Он, Кришнадас Кавирадж Госвами, не говорил так, и поэтому Читания Махапрабху был очень зол на Валабхачарья. Как он мог говорить такие вещи, что он не принимает объяснения Шридаса Госвамипада? И вот обусловленные души, им нужно наказание. Им нужно наказание, чтобы они развили смирение. Так и обусловленные души, они должны попасть в какое-то тяжелое положение, чтобы развить смирение. Иначе они не смогут развить смирение. И в этом главная проблема. Весь мир спорит на эту тему. Я не хочу участвовать в их спорах. На самом деле, очень смиренно я хочу попросить вас всех совершать баджан и осознать, что хотел сказать нам Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур. И мы найдем, что все это находится в абсолютной гармонии. Некоторые видят, что один Гурудев одно говорит, второй, третье. Наш Гурудев четвертое говорит, и так люди не могут найти гармонию в словах разных Гуруварги. Это из-за того, что они не видят всей картины в целом. И также я могу дать вам несколько примеров по влиянию майя, кали. Кого же обвинять? Это по воле майи происходит так, что споры возникают на том месте, где нет никаких проблем. И для новых преданных, те, кто приходят и еще не утвердились в бхакти, для них это проблема. Что значит, если мы утвердились в бхакти, то несмотря на все наши проблемы, препятствия, они не влияют на нас, как, например, в случае с Курешем. Когда его противники пытались, и вот когда его противники, они хотели переспорить его, хотели убить его из-за того, что он не согласен с их суждениями, но Куреш все-таки остался при своей точке зрения. Сиддханта. Что такое Сиддханта? Многие не знают, что такое Сиддханта. Кто-то знает определение. Вот, говорят, что заключение, но какое-то умозаключение – это не Сиддханта. Сиддханта значит абсолютная истина, одобренная Верховным Господом. Если какой-то саду говорит что-то из-за своей преданности, из-за своего смирения, Кришна, находясь в его сердце, являет какую-то сиддханту, то это сиддханта, а какие-то обусловленные души, они не могут говорить о сиддханте. И таким... И...
Я могу привести несколько примеров. Например, мы идем на рынок, у нас есть какие-то деньги. Можно купить Падмапурану на рынке, любую версию, какую хотите. И покажите шлоку, где описывается, что четыре сампрадай, они исходят. Сампрадай вихинаджи мантраха сте нисфала матаха. You can find this shloka in Падмапуран, original Падмапуран. But now, at present, if you go to market, you can buy, you cannot find this shloka. That is a fallacy. Вот эту шлоку нельзя найти. Они удалили эту шлоку из Падмапурана. Даже в Бхагаватам какие-то шлоки меняют. Какие-то хитрецы меняют значение шлок, чтобы получить уважение от людей, поскольку если... Ну, в общем, делают ради своей прибыли. Как меняют писание ради какой-то личной корысти. Некоторые проповедники очень возмущаются, когда кто-то, какие-то другие проповедники попадают случайно даже на их, в их область проповеди. Они считают, что их область проповеди подобна какому-то базару или какой-то больнице, которую они контролируют, и думают, что никто, кроме них, не имеет права там что-то делать. Такое с ним. Такое вот узколобое мышление у некоторых проповедников. И вот в Шантипуре был один поэт у одного царя, я забыл, как его зовут точно. И вот тот постоянно менял Сиддханту. Он читал Рамайну, но постоянно переделывал. Например, говорил, что Рамачандра поклонялся Дурге 108 цветами, прикасался к его стопам, но даже во Вриндаване можно услышать какие-то великие проповедники, что когда они говорят такие слова, например, что вот говорим харикатху в течение недели, все результаты этой харикатхи предлагаем на стопам Деви. И с такими суждениями можно 100% утверждать, что они майя-вади. И что они не преданные, а просто майя-вади в форме преданных. Как они могут говорить так, что поскольку Деви, майя – это просто служанка Кришны, а Харикатха, она не отлична от самого Хари. И это основная сиддханта. Мы должны знать об этом, что Харикатха, Харикиртан, они не отличны от самого Шри Хари. Если наш Харикиртан не отличен от Хари, то тогда мы просто поем какие-то материальные звуки. Когда я в прошлый раз говорил, что когда Наротам Такур, он совершал киртан, то сам Гора Нитьянанда не явились в его киртане. И как это было возможно? О, Нарада, будь уверен, я обещаю тебе, что когда ты находишь какого-то чистого преданного, который воспевает Харикатху, то будь уверен, я присутствую там.
сам Кришна Бхагаван говорит Нараде Махараджа. И вот так можно видеть какие-то манипуляции среди каких-то людей, кто и чем, и где манипулируют. Я не хочу об этом говорить, поскольку я не талин, я не принадлежу к какому-то группе и какому-то обществу, чтобы пытаться получить какое-то благо от них. Мне это не нужно. Я не стремлюсь к уважению, к славе. Я могу говорить харикатху перед одним преданным, если он достаточно искренен. Однажды я расскажу один случай, который случился с одним преданным. Он был преданный, в то же время ученый из Варанаси. Он был великим пандитом, но очень беден был. С финансовой стороны очень плохо у него было, но он мог говорить о Ведах, о Веданте, о Упанишадах, о Бхагаватам. И однажды он решил, я пойду к царю, скажу царю, о царь, я хочу говорить харикатху перед вами. И вот он пошел к какому-то харю, к какому-то царю просить денег, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. И вот пошел к царю, имеется в виду какой там, не царь, а такой крупный землевладелец, но подобно царю он был. И вот он пришел, спрашивает, что нужно. И вот он пришел, я говорил, что я пришел к тебе. Я хочу прочитать Бхагаватам перед вами. Я знаю, вы интересуетесь Бхагаватам. Царь, он преданный тоже был. Он посмотрел и сказал, что сейчас милости Бхагаватам у тебя нету, что ты говоришь. Да, ты иди. Получи милость Бхагаватам, и я буду слушать от тебя, как что ты говоришь. Ну хорошо, через полгода приду. И вот через полгода он опять пришел. И этот царь, землевладелец, он говорил, что нет, я не вижу, что ты получил полную милость Бхагаватам. Лучше иди назад, пытайся обрести милость Бхагаватам, и потом приходи ко мне, что ты говоришь. Я знаю весь Бхагават, его несколько раз читал недавно совсем. И, в общем, он ушел. И после этого ему уже надоело, третий раз царь-землевладелец опять сказал, что не видит, что он получил милости. Ему это надоело все, что я думаю о себе, что великий пандит, могу изучать Бхагаватам, читать Бхагаватам. И ему это надоело, он решил все оставить эту семейную жизнь, оставить свой дом. Он понял, что как-то к нему пришло осознание, что по милости Бхагаватам, по милости Шукадева Госвами или по милости Вишванатха, он обрел непривязанность, он ушел из дома, плача, что я не смог обрести милость, лучше я уйду в лес. И вот он ушел в какое-то место на берегу Ганги. И вот там он читал Бхагаватам. И он решил, он читал для себя, для Верховного Господа Бхагаватам, а не для людей каких-то. И вот он так сидел на берегу Ганги, читал Бхагаватам для удовлетворения Господа. И вот так он сидел и читал Бхагаватам. И после этого этот царь узнал, что этот пандит куда-то пропал.
и он послал посланника узнать, что случилось с ним. Они пошли к нему в дом. Но он не был так стар, чтобы умереть, и поэтому все думали, что с ним случилось. Вот его жена сказала, что не знаю, ушел куда-то, давно не приходил домой. И царю сказали, что он развил непривязанность и куда-то с Бхагаватом ушел. И царь начал искать, где же он есть. И вот начали искать этого бандита, куда же он делся. И потом этот царь обнаружил, что этот бандит сидит и читает Бхагаватам перед Гангой, слезы текут у него из глаз. И царь, когда узнал об этом, он переоделся в простую одежду и пошел к нему, предложил свой распростертый поклон и сказал: «О, пандитджи, сегодня то время, когда я могу слушать Бхагаватам от тебя, поскольку сейчас ты получил милость Бхагаватам, а с помощью своей гордости ты не мог говорить никакую сиданту в то время. Сейчас я вижу, ты получил милость Бхагаватам. Я готов слушать от тебя. Давай начинай. Читай». И вот видите, с Бхагаватам часто происходят какие-то манипуляции. То, что Рупа Госвами, Джива Госвами Пад сказал, а многие люди не хотят использовать Бхагаватам для своей личной корысти. И вот в Падма Пуране, в Сканда Пуране, Бхагаватам даже можно найти, что сегодняшние версии отличаются от тех, что раньше были. Кто и когда это изменил, тяжело найти. Вот достаточно давно, в 96-м году, был какой-то знаменитый ачарья. Он собрался совершать Враджамандал Парикраму. И вот со всеми своими последователями они доехали до Теракадамбы, где Рупа Госвами Пад совершал баджан. И вот они приехали на то место, и преданные спросили: вот на стене две шлоки прекрасные написаны. Кто-то написал: «О, Гурудев, вы написали?» Гурудев сказал: «Да, я написал». И среди всех последователей одна женщина была, ей лет 35 было. Она встала и сказала, что: «Вы написали, это мой Гурудев написал эти шлоки. Как вы смеете заявлять, что вы их написали?» И вот, в общем, выгнали ее, чтобы не возмущалась она. Перед тем, как начать Бхагаватам, Брахма что сказал? Следующий день буду говорить о том предостережении, которое дал Брахма перед тем, как говорить Бхагаватам. Он сказал Нараде, что нужно быть очень внимательным, аккуратным перед тем, как читать Бхагаватам, чтобы все, кто собираются слушать, они обрели наивысшее благо, они обрели бхакти. Вы должны пообещать, вы должны прикоснуться к Бхагаватам, к шалаграмам, что если вы не будете использовать должным образом Бхагаватам и шалаграмам, вы
отправитесь в ад навсегда. Никто не сможет спасти вас. Вы должны говорить Бхагаватам о том, как она есть. Мы должны начать Бхагаватам. Что сейчас мы начинаем объяснять Бхагаватам ради того, чтобы обрести бхакти и дать бхакти другим. И никакой другой причины для чтения Бхагавата у нас не должно быть. Тысячи людей неправильно обманываются. И кто же может им помочь? Я могу несколько примеров привести более подробно. После Нисибха Четырдаши я буду говорить. И вот сегодня, по милости Гурваги, в начале всего я хочу выразить свое почтение всем преданным со всего мира, чтобы они простили меня, чтобы если я совершу какую-то ошибку, они могли указать на нее и спросить какие-то вопросы. Я подобен собаке нашей Гурварге, и моя обязанность — это отстаивать интересы нашей Гурварги. Я не позволяю никаким преданным бегать как сумасшедшим, если мы куда-то едем во Вриндаван или туда еще куда-то, то лучше находиться в одном месте и совершать баджан. Иначе от таких хождений по разным местам мы можем умереть. И как Нарутам Дастаку, он дает нам намек, он показывает нам, что в этих словах Нарутам Дастаку говорит: что нужно находиться перед Гуру Вайшнавами, слушать Харикатху, и через эту Харикатху мы можем увидеть Вриндаван в его настоящем виде, как Прабхупада Сарасвати. Он в Навадвипе не был ни одного, ни единого раза в своей жизни, но он так много написал о Навадвипдхаме. Сварупа Госвами в своей жизни никогда не был во Вриндаване, но он написал все о Вриндаване, как это возможно. Хотя они физически никогда не были в Навадвипе, во Вриндаване, соответственно. И поэтому Нарутам Дастаку говорит вот в этой шлоке: каково же значение этой шлоки? Что если мы будем путешествовать по различным местам паломничества, то это не принесет нам большого блага, поскольку это Кали-юга, мы можем потерять все, какое бхакти у нас есть, мы можем его потерять. Какова же настоящая причина? Зачем мы совершаем тирха-ятру? Для того, чтобы обрести бхакти. А если не обретаем, то что толку? В Падма-пуране говорится, что во всех чиртхах, местах паломничества находится множество хулиганов, каких-то людей, хулиганов, которые носят одежду саду, которая... которые, например, чтобы омыться в священном водоеме первыми, готовы убить кого-то, кто стоит перед ними или претендует на их первенство в омовении в святых водоемах. Вот во время Кумбха-мелы, например, некоторые убивают своих конкурентов. Какая-то там группа первая собиралась омовение принять, тут вторая группа пришла, они начали драться, ходят с ножами, режут этих таких же нагасаньяси, которые
препятствует их первенству в принятии омовения. Они просто убивают таких же саду без какой-либо причины. И вот такая ситуация сейчас. И вот Тиртхаятра говорится, что смысл посещения святых мест для в обретении бхакти, в общении со святыми, которые могут изменить нашу жизнь. А если у нас нет такой возможности, то и зачем куда-то ехать, где мы не сможем обрести никакого бхакти. Поэтому народ там так, он говорит, вот во Вриндаване, например, много споров идет на различные темы. Например, Шрила Бхактиданта Свами Махарадж спорит, получил он Гупи Бабу или Сакхи Бабу. То есть он наша Гуру Варга, а зачем спорить должен на эту тему, какую Бабу он получил? Мы должны получить благословение от него. Кто-то говорит перед Шрила Прабхупадой: «О, Прабхупад, вы видели Верховного Господа?» А Шрила Прабхупад ответила: «Какое ваше дело, видел я Господа или не видел? Вот если вы сами хотите увидеть Господа, то приходите ко мне, я покажу вам путь». И вот насчет Радарасы Суданитхи тоже много споров идет. Вот Валабха Сампрадая, которые... Я не могу даже говорить о том, что Сампрадая, что Ихачарья в возрасте 6 месяцев написал эту поэму. Как можно в это верить? Некоторые глупые гауди верят и слушают это. Это здравый смысл. Кто в возрасте 6 месяцев, когда еще ходить человек не умеет, как он может написать какую-то поэму? А если еще какая-то книга написана им, эта книга вот, написана Прабхудананда Сарасвати на самом деле, а их группа утверждает, что Ихачарья написал. Он дал эту книгу Харива Вамши, чтобы он просто прочитал ее, не напечатали как-то, и потом его последователи утверждают, что это Харива Вамши написал. И таким образом множество споров во Вриндаване происходит. Или, например, какие-то знаменитые лекторы говорят, что Прабхудананда и Пракашананда, они это одна и та же личность. Или вот у саньяси, например, Сахаджи и Бабаджи, они всегда критикуют тех, кто принимает саньясу в Гауди Сампрадае. So about one topic I like to discuss. If any mistake you can show me, I can confess. First of all, I write this book actually. Вот в начале всего я написал вот эту книгу 10 лет назад. Байса Хаджи, какой же ты Гауди? И вот Махарадж написал 4 или 5 частей этой книги. How you are speaking this? This is the heading. И в этой книге, в оглавлении, в аппендиксе, точнее, я привел свидетельство того, что хотел сказать Шрила Прабхупад. Я здесь его комментарий. И вот около 10 лет назад я написал эту книгу. 2008 году, в марте, на день Гуру Пурнимана, я издал ее. И вот здесь говорится. Как мы можем говорить вот на эту тему? Много споров идет. Вот. А как можно говорить о том, что Пракашананда и Прабхудананда – это одна и та же личность? One big right
И вот один знаменитый ученый, писатель, он написал много томов книг, он писал, что про Бодхананда и про Кошананда, они одна и та же личность. Гаудия Матх спорил с ним в суде, и он проиграл Гаудия Матху. И вот один Харидас Бабаджи Махарадж, тот великий преданный, который составил Гаудия Вашнава Абидан, тот там, там тоже заблуждение находится, что он тоже написал там, что про Бодхананда и про Кашананда они одна и та же личность. Бхактамали тоже там так написано, но Шрила Прабхупад и Шрила Бхактивинода Тхакур они никогда не говорили так. Я хочу слушать только Шрилу Прабхупаду и никаких других источников, которые не авторитетны. То есть много случаев бывало, что что-то меняли, что-то дописывали, переписывали. И поэтому в начале всего моя просьба, можете ли вы доказать, что Пракашананда и Прабхутананда – это одна и та же личность? И как это доказать? В начале всего Пракашананда, он Майявади. Это долгое время займет, я кратко расскажу. Пракашананда, он Майявади. Он жил во Вриндаване, он был гуру 10 тысяч учеников, он заболел проказой как-то. И Чайтанья Махапрабху, когда во время Навадвипа лилы, то в то время однажды в доме Мурари Гупты он крикнул: «О, там глупец Варанаси Пракашананда, он объясняет Веданту». Он хочет утвердить безличного брахмана, и поэтому я послал проказа к нему, но все равно он не, но все равно он не понимает той ошибки, которую совершил. Точнее, этот Прокашананда в Варанаси жил, не во Вриндаване. И вот когда Шри Чайтанья Махапрабху, когда он родился, то есть не все помнят, когда родился Шри Чайтанья Махапрабху. Махапрабху в 1407 году родился в Эришака, в Шакабде. И когда Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу, вот здесь я привожу все свидетельства, все даты в 1431 году. Махапрабху принял саньясу, 24 года он совершал Навадвипа лилу, и в Чайтанья Чаритамрите описывается. И вот 24 года, когда прошло, то после месяца Магха, Магха, здесь и говорится. Господь принял саньясу в Катве. И оттуда Махапрабху пришел, так или иначе, я не хочу говорить об этом, мой Сиддханта отличается, но Махапрабху
Нитянанда вел его в Шантипур, и потом Господь ушел в Нилачала. И вот в 1407 году Махапрабху родился, в 1931 году принял саньясу, и в сейчас месяц Вайшак, а перед этого Чайтья Мас был, и Сарвама Бхаттачари был спасен. Вот в предыдущий месяц и в 32-м году из Нилачала Махапрабху собрался идти в Южную Индию. И вот здесь я все так по датам привожу. И вот Махапрабху собрался идти в Южную Индию. После того, как принял саньясу, Махапрабху отправился в Южную Индию. Это заняло 2 года у него практически, чтобы закончить. И вот он пешком шел, обошел всю Южную Индию, проповедовал там. И потом что случилось? Махапрабху пришел в Сирангам. Сирангам – это Вайкунтха. И где Верховный Господь Нараяна всегда присутствует, это зовется Вайкунтхой. То есть там, где пребывает Брихувасту, то это есть Вайкунтха. И вот Шрирангам — это одна из Вайкунтх. Бадринатх также, Рамешварам также. Есть 7 Вайкунтх. И вот там, и вот Махапрабху ушел в Южную Индию после того, как спас Сарвабхаума Бхаттачарью, и 2 года у него заняло примерно, чтобы обойти всю Южную Индию. И вот, когда он вернулся, он встретился с Венкатом Бхаттой в Шрирангаме. Я кратко говорю, может, потом я более детально буду говорить, я сейчас кратко говорю. И вот Махапрабху ушел, и Курумакшетри Махапрабху спас Васудева Випру. И когда вернулся, встретился с Рай Раманандой и прочими, и с Сирангами на берегу Кавери Махапрабху пришел туда, и вот с Сирангами в Кшетри на Вайкунтхе Махапрабху полон был экстатической любви. Он являл прему. И вот там я этот документ нашел после долгих поисков, и вот здесь на основе Сиддханты Шрилы Прабхупады говорится здесь. Что там был Прабхунананда Сарасвати? Было 3 бата, Венката и бата еще там кто-то. И потом Махапрабху. Four years then when Mahaprabhu coming
И вот Махапрабху, когда вернулся с парикрамы по Южной Индии, он находился 4 года в Пуре опять, но он хотел пойти во Вриндаван, но преданные говорили, что слишком жарко, лучше подождать. А преданные говорили, что слишком жарко, лучше подожди, а потом Махапрабху сказал, что сейчас нужно идти, а преданные сказали, что дожди идут, лучше не ходить. А потом Махапрабху опять изъявил желание пойти во Вриндаван. А преданные сказали, что сейчас там слишком холодно, не нужно идти. Поскольку эти преданные не могли представить, что Махапрабху уйдет от них, и поэтому они как-то постоянно задерживали его. И потом Махапрабху решил, что я прошу вас, пожалуйста, отпустите меня, чтобы я посетил Вриндаван. И Сарвабхаума Бхаттачарья и другие старшие преданные, они собрали собрание и решили, что это нехорошо, что мы 4 года его отговариваем. Иначе он разозлится, пускай уж идет. Мы вынуждены отпустить его. И как же ты можешь идти один? Как ему? Могу идти, не проблема. Но нет, мы не можем отпустить тебя одного. И вот предложили Нитянанду ему в помощь, а Махапрабху сказал, что от такой помощи только больше проблем возникнет. И вот, ну, так или иначе, Махапрабху пошел через Джараканду, он достиг Варанаси, потом пошел во Вриндаван, и с Вриндавана, когда возвращался назад, Пракашананда Сарасвати и другие его последователи были спасены. И вот логически, если подумать, Махапрабху, когда приняв саньяс, отправился в Южную Индию, то он встретился с Прабодханандой Сарасвати, Венкатой Бхатой и другим Бхатой, их братом. И во время Прабодхананды Сарасвати Бхаты его имя было Гопалгуру. Не тот Гопалгуру Госвами, другой. Его тоже звали Гопалгуру. И вот три преданных, почему преданных? Поскольку они находились в линии Рамануджачари. Они верили в то, что Лакшминарайана Пуджа, она наивысшая, и до той раз они как бы... то, что дальше они не могли принять. Много вопросов возникает, в том числе от Гауди Ачарьи, что как я могу говорить, что Прабхунананда имя, но само доказывает, что он Майвади. Я говорю, что нет, не доказывает. И сейчас... И если это имя, также имя саньяси, то как это возможно, что он домой пошел встретиться с Махапрабху, поскольку Махапрабху был в доме Тирумалабаты? И почему он жил рядом со своим старым домом саньяси? Слушайте внимательно, пытайтесь понять, поскольку правило таково, что саньяси не должны находиться в том месте, где они раньше жили. Это такое правило, что саньяси, после того, как они приняли саньясу, они не должны находиться в своем доме и там где-то рядом, чтобы их родственники и прочие знакомые не встречались.
я сказал, смотрите, это такое правило, но будьте внимательны, это Вайкунтха. Шри Рангам – это не обычный город или не какая-то обычная деревня. Шри Рангам – это уникальное место, это Вайкунтха Дама. И вот Прабхудананда Сарасвати, он развил огромную любовь к Ранганатху. И поэтому нельзя доказать, что это был его дом, поскольку когда он принял саньясу, он не оставил желания жить в Дхамме с Шрирангами. Может, он жил в каком-то Бажан-Кутире на берегу Кавери или где-то в храме Ранганатха, поскольку они все действовали практически как ачарьи. Вот Тирумала Бата, Венката Бата и Прабхудананда, они были ачарьями в Шри Сампрадае. Поэтому мы не можем ожидать какого-то несоответствия сиданте от них. И в случае с Бхакти Ратнакаром, Нарахари Прабху, там описывается, и в других книгах тоже есть свидетельство этому, что нет ни единого документа, что Прабхудананда Сарасвати жил там дома. Нет ни одного свидетельства. Вот здесь в этой книге они собраны, я потом скажу, и нет никакого доказательства, что Прабхудананда Сарасвати пад. И вот Нарахари Саркар и Ядунандан Ачарья, в их книгах нет, и в читании Чайтамриты нет ни единого свидетельства, что он дома был. Но кто-то вот утверждает, что Махапрабху когда после того, как он закончит соблюдать Читармасию, то там мы можем, находим также имя Прабхудананды и трех ачарьи. И вот зачем он принял саньясу, чтобы получить милость Верховного Господа, чтобы служить ему всем сердцем. И вот сейчас мой вопрос Сиданта в том, если Прабхудананда Сарасвати живет на Вайкунтха Даме, из-за того, что у него есть огромная любовь к Вайкунтхе и нет никакой привязанности к своему предыдущему дому, поэтому он никуда не уходит оттуда. А то, что он был дома, нет ни одного свидетельства. А почему он пришел себе назад домой, чтобы встретиться с Махапрабху и слушать Харикатху? Но в этом не проблема, поскольку, например, прошло 12 лет с момента, как мы приняли саньясу. И после 12 лет, если какие-то проблемы возникают, то можно домой однажды прийти. Но 12 лет после принятия саньясы нету права возвращаться домой. А если по-хорошему, вообще нельзя возвращаться домой саньясе. И вот Прабхудананда Сарасвати пад, если он пришел туда, чтобы получить даршан Верховного Господа, это причина, ради которой он принял саньясу, чтобы получить милость Верховного Господа. Если этот сам Верховный Господь приходит к нему домой, то ради этого он нужно быть готовым нарушить все правила и предписания. Есть много примеров из читания Чайтамриты и прочих писаний, как, например, Гададхар Пандит, он принял кшетра саньясу или Радхарани. Он сам Радхарани. И вот когда Махапрабху ушел и начал кшетры, то он
бежал за ним и плакал: «О, как ты можешь идти за мной, ты нарушишь свою кшетра-саньясу». И тогда Гадахара сказал: «Я готов оставить свою кшетра-саньясу, что толку от нее? Я могу нарушить все правила приписания ради того, чтобы видеть и служить твоим лотосным стопам». И Махапрабху, он заплакал: «Как ты будешь идти за мной? Ты не будешь следовать моим наставлениям? И, пожалуйста, иди, вернись, ты идеал для всех преданных, поэтому вернись, не нужно идти за мной. Я скоро вернусь в Пури». И вот смотрите, Прабхунананда Сарасвати Пад, он также, есть такое свидетельство, что Гопал Бхатта Госвами с самого детства, он уроки брал своего предыдущего этого. От предыдущего И вот тот маленький мальчик, он получал образование от Прабхунананда Сарасвати. И такого правила, что перед тем, как изучать Вайшнава Сиддханту, нужно получить посвящение, получить харинам, иначе это Сиддханта. Эту Сиддханту мы не сможем осознать, принять и осознать. Много раз я говорил об этом, но не все помнят. Вот в Гаудиаматхе 100 лет назад однажды какие-то преданные говорили Шри Прабхупаде, что вот преданные, они же, мы можем говорить харикатху Сиддханту, а Шрила Прабхупад говорит: нет, сначала они должны развить совершенный слух, они должны получать харинам, воспевать святые имена, и тогда, когда их уши смогут различать трансцендентный мирской звук, только тогда можно продвигаться дальше. И вот Гопал Бхатта Госвами, он получил посвящение в Шри Сампрадае. В то время они все получили посвящение, вся их семья. Они получили посвящение в Шри Сампрадае, там были великие ачарьи. И вот если Прабхунананда Сарасвати Пад пришел увидеть лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху, то как, в чем проблема? Если сам Господь пришел в его дом, и другие аргументы, они не могут сравниться с этим. И когда Махапрабху ушел, он дал наставление отцу Тирумала Бхатте: не пытайся, не надо женить твоего сына, если он вырастет. Ты можешь отправить его во Вриндаван. Не нужно женить его. И дал наставление Прабхунананде Сарасвати Паду, что ты можешь отправить этого мальчика во Вриндаван. Он дал особое наставление своему духовному учителю. И вот он дал ему особое наставление, чтобы он отправил его во Вриндаван. И следующее, кто-то дал нам такую сиддханту, о которой я... Сегодня другая тема, но Чайтанья Чаритамрита говорится, что они из Шри Сампрадаи. И когда они получили общение с Чайтаньей Махапрабху, они полностью изменили свое умонастроение. Они приняли все, что говорил Махапрабху. Они начали совершать Мадхура Раса Баджан.
даже в случае с Валапрачарья, Валапрачарья, он получил Гопалмантру, и потом из общения с Гуранга Паршадами он развил интерес к Кишора Кришну. И Джайдев, и кто, по-моему, Джайдев Госвами, я не расслышал, дал ему мантру, и он изменил свою бхаву. И вот они все начали совершать баджан в Матхурасе. И вот Прабхупада Сарасвати Пада звали Гопалгуру до того. И потом, когда он изменил свою бабу к Матхурасу, то он находился в Кабьяване до последнего момента своей жизни, он получил опять Матхура. Матхураса мантру от Прабхупады Сарасвати. До этого он находился на Айшварья Марге. Да, даже этот Харивамсаджи, он получил мантру от кого? От Прабхупады Сарасвати. И сейчас просто логически подумайте, я прошу вас, как может быть, когда Махапрабху отправился в Южную Индию, вернулся назад, они были вайшнавами, может, с другой сампрадай, с Шри сампрадай, но они вайшнавы. И как я могу надеяться, что вайшнавы, с кем встречался с Чайтанья Махапрабху, обменивался мыслями, то потом он за эти 4 года этот великий преданный, который встретился с Махапрабху, как он мог стать Майвади вообще? Если единое доказательство этому, как это возможно для тех, кто уже был вайшнавом, может быть, со Шри Сампрадай, но как для них, если он встретился с самим Шри Чайтанья Махапрабху, его сердце изменилось, как возможно, что через 4 года он мог стать Майвади? Мы не можем надеяться, может он баджан может оставить, но Майвади тут точно не станет, тем более гуру Майвади, если он был гуру Вайшнава. То есть исторически это нельзя доказать. То есть смысл того, что Кашананда и Прабхудананда не разные личности. И в то время Кашананда, когда Махапрабху возвращался из Вриндавана, он был спасен Махапрабху. И вот этот Кашананда с 10 000 учеников, он был спасен. Your argument cannot stand. Follow. No way. You cannot prove that man is same with that. But actually, two sloka. I don't know. That's why I'm speaking. Manipulation always going on. И вот таким образом манипуляции всегда происходят. Кали настолько сильна, майя она настолько сильна, что многие хотят какие-то проблемы на ровном месте создать. Когда, вот, например, англичане уходили из Индии, то они после себя оставили кучу проблем. Например, даже с Рама-мандиром, где в Айодхе, где явился Рамачандра, то какие-то мусульмане заявляют, что их мечеть была раньше, чем
родился, явился Рамачандра, да, или даже на месте явления Кришны там тоже какую-то мечеть построили, и тоже утверждаю, что они раньше там были, даже вот в Варанаси тоже какую-то мечеть построили, и тоже то же самое утверждают. И вот англичане после того, как уходили из Индии, создали кучу проблем, из-за которой индусы между собой спорят. Я прошу всех ачарьи, что не нужно бегать сюда и здесь, туда и сюда. Нужно собрать всех учеников, всех их учеников и организовать должное общество, в котором своим собственным характером, своим собственным примером, идеальным примером мы должны пытаться сделать их преданными. Нужно создать настоящую гурукулу, а не просто организацию с таким названием, где все подобно как раньше, где муни-риши, они изучали писание с самого детства. И потом, через каких-то 20, 30, 50 лет, если так ачарьи, которые будут действовать так же, как и действуют сейчас, то после них ничего не останется. Take care of them, they can become Rula, they can become Diksha in one way. But nobody. So this way you see, вот так много свидетелей здесь, я попытаюсь перевести эту книгу на английском, на английский язык и опубликовать ее. И здесь Шрила Прабхупад, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит очень строго, что мы не готовы принять точку зрения о том, что Пракашананда и Прабхунананда – это одна и та же личность. Only in Rasanidhi, Radharasa Sudandhi and one or two places, they indicate two slokas. Two slokas. I can quote this sloka, I cannot remember. That sloka, their writer, not Prabodhananda. Who is writing? His writer. So I cannot speak like. The writer, who is compiling this sloka, I am Mayavadi, I am almost dead, try to save me. This sloka compiled, two slokas, he is speaking. On the basis of this sloka, two slokas, they want to group, you see, here is Mayavadi speaking himself. Who can speak? You have any evidence? You can group? That sloka was compiled by at all by Prabhupada Sarasvati. И вот еще есть какие-то две шлоки, которые написал какой-то писатель, неизвестно кто, который утверждается, что Прабхупада говорит о себе как Майявади, что у него нет ни капли преданности, он Майявади, но кто когда написал эти шлоки, неизвестно, и нельзя утверждать, что они уже точно от Прабхупады Сарасвати пришли к нам. Некоторые вайшнавы, как, например, Кришнадас Кавирадж Госвами, он о себе говорит такие слова, что Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о себе, что он хуже, чем червь в испражнениях. И кто-то может подумать, что если кто-то говорит о себе так, то смысла нет его читать.
I like to get evidence of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. I like to see the evidence of Bhakti Vinod Thakur. I have to show you. You will have to show me. You will have to show documents by Jiva Goswami Pad, Rupa Goswami. You have to show me. Then after that I can confess. I believe all our Guru Bhargava, they are in line. Follow? Oh, they are in line. Sometimes we are fighting among devotees. Бхагаваджива Госвами Махарадж, он то есть не все могут найти гармонии между Дикшагуру и Шикшагуру. А для того, чтобы найти гармонии, нужно погрузиться на в океан духовной жизни. Одно из имен океана Раднакар, на санскрите. Это значит, что все сокровища можно найти внутри океана. И там можно найти великие сокровища. Поэтому самудра, океан, он Раднакар. То есть источник, то, где находится сокровище. И вот из-за своей медитации мы должны следовать пути, указанным нашим Гуру Варгой. А какие-то манипуляции и прочее мы не должны следовать этому. Если наша Гурва говорит о чем-то, это свидетельство, это доказательство. Как, например, и что такое Сиддханта Махарадж? Пример приводит из Сиддханта, это не то, что может быть так, или эдак, или по третьему, или по пятому. А Сиддханта, она одна едина, подобно тому, как стрела. Если ей выстрелить из лука, то она... ее нельзя вернуть назад, то также Сиддханта. Если Сиддханта она явлена, то ее уже нельзя изменить. Guru Mukha Padma Bhakcho Hidayate Koriya Vaikcho Agna Koriya Mone Asha. I have no mood to fight with anyone. У нас не должно быть настроения спора с кем-либо. Я могу привести вам несколько аргументов. In favor of your unstable Siddhanta, in favor of your unstable Siddhanta, you have to give documents. Follow? И вот 12 лет назад один Махарадж, он ученик Шрилы Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа, он очень уважает меня, хотя он очень пожилой, он составил книгу от Сундарананда Видьявинода. И он хотел доказать, что мы не находимся в Мадхавагоде Сампрадае. Он показал мне эту книгу, дал эту книгу на редактирование. Я ему написал, что вы тут написали, это же наша Гурварга будет недовольна вами. Он хотел, чтобы я отредактировал его книгу, но книга его была полна ошибок с начала до конца. И вот когда он мне показал эту книгу, я сказал, что смотри, это... А я увидел, а я также узнал, что это просто копия книги Сундарананда Видьявинода. Within this period, you check out this book. I can compile one Siddhanta, show that
negative point, you can follow my point, what I mean to say. Be careful. Negative point, you can put positive point. Both, like, you know, logical fighting. Like in court, this leader speaking is, I can do one thing, I can give positive point, we are in favor of you can put, so that common people can understand both. Yes, yes, you are right. You come back from Vrindavan, you can wait up to that time. Yes, I can wait. I want to Vrindavan. When they come back, they attend the Viraha function of Madhava Goswami Maharaj. After I deliver speech, everything, Sagar Maharaj also from. И вот я, Махарадж, I requested that Maharaj, please wait. I can put negative actions. He is not waiting. Publish. Ну, в общем, суть истории в том, что этот этот человек, он опубликовал свою книгу, несмотря на, ну, без моей редактуры. И всем раздал на дне ухода Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. И когда я увидел это, я пошел к самадхи Шрилы Мадхава Госвами Махараджа и дал там такое обет, что я напишу книгу, которая полностью опровергает вот его книгу этого человека, который утверждает, что мы не принадлежим к Брахма Мадхава Гауди Сампрадай. И вот я составил эту книгу, значит, я привел там свидетельство, даже письмо Шрилы Прабхупады. И эту книгу, если будет милость Гауранги Махапрабху на то, я переведу ее на английский и переведу. И когда я опубликовал эту книгу на Бенгале, я предложил ее Шрили Мадхава Госвами Махараджа, Шрили Прабхупаде, Шрили Пури Госвами Махараджа, и потом пошел, отдал эту книгу тому человеку, который написал свою книгу, которая противоречила всей Сиддханте. И вот с тех пор я не видел никогда этого человека. И так много апасиданты возникает, чтобы причинить нам проблемы на нашем пути. И Шрила Прабхупада также. Он так много свидетельств здесь приводит. Вот здесь он пишет. Parokya Rasa Rokya. Can you read Bengali? It's a document by Prabhupada. Prabhupada Parokya Madhurja Rasa Rokya. Who writing Prabhupada? Who change? He cannot change, huh? И вот здесь Шрила Прабхупада одно за одним свидетельство приводит того, что про Кашананда и Прабхудананда, они разные личности. И follow. Many scientists before, when we were child like this, what, 5-10 years, we used to read, you know, science and these were Avogadro's hypothesis, Newton theory. Now they want to prove all false. Newton theory, you read? Now they want to prove all false. Follow. Light, about light theory, then modern science want to prove all false. Useless. It's not right. They used to explain light. One straight line having no breadth, only length.
Махарадж приводит пример, что иногда меняются какие-то понятия. Например, вот раньше утверждалось, что вот линия, например, есть только начало и конец, длина есть, а толщины нет. А сейчас утверждают, что линия, у нее все-таки есть какая-то толщина, может, она мала, но она есть. И has some value. Tends to infinity, not infinity. Infinity you cannot touch, but tends to infinity. Follow? И длина какой-то линии, она тоже может стремиться к бесконечности. Не может быть бесконечной, но стремиться к ней. After that, I can stop my Harikatha and do Harinam and leave my body. I promise you. Follow? I can stop my Harikatha. You don't come to me. I don't like people come to me to disturb me. Follow? Unless if they are at all interested about bhakti, they can come. Otherwise, unnecessarily, you cannot waste my time. So you see, straight line they define it this way. But at present, in school and college, in school, they are taking one torch, you know, torch. They are the small one there. You see, the torch going, one pencil ray going, no existence at all. Pencil ray. Straight line. Follow? But previously what you were seeing, there is length, there is no breath, it is not possible. If length is there, maybe very small, insignificant, but breath must be there. You cannot count, you cannot measure, but breath must be there. So this way all scientific research changing, all your mood changing, even you like to change, evergreen Vaishnava Siddhanta, you also like to change. Because now it's Kali Kala. Сейчас Кали Юга, и из-за влияния Майи и Кали, некоторые люди хотят поменять даже Вайшнава Сиддханту. И вот сейчас... о саньяси я иногда говорю, что как было возможно, что Шрила Бхактина Такур был грихастха, а Вишнуприя и Джанавидеви саньяси. Я уже сказал вам, может, вы не можете поверить, но я хочу привести доказательства вот в этой шлоке. Откуда она? Из Бхагавата, пятой песни, третья шлока. Я цитировал много раз, еще раз повторю. Гьохи са нитто саньяси джону адешчи наканхати нирдандо хи махабахо сукхам бандха прамучьяте. Гьохо, you must know, гьохо. Мы должны знать. Са нитто саньяси джону адешчи наканхати нирдандо хи махабахо сукхам бандха прамучьяте. Third chapter, three slokas. You can go. You can go to home and consult. Actually, they are automatically having renounce order inside their heart. Те, у кого автоматически есть отречение в их сердце, вне зависимости от касты, пола и положения, что значит саньяси? Саньяса значит полная преданность Верховному Господу. А до этого Гасайнапри, он грихастха, но и саньяси в то же самое время, он полностью посвящен Шри Чайтанья Махапрабху, грихастха. Все же внутри он был саньяси. В этой шлоке это доказывается. Those who are nirdhando, nirdhando means this material, you know, this
opposite this kind of, you know, what I say, this called Dondo means it's fighting. And when you are getting equipoised situation, battles, then all your, you know, doubt, everything gone, then you can get the scope to throw yourself for the whole seva of Krishna. Gopikas, they are topmost sannyasi. Gopi, они лучше из саньяси, никто не может сравниться с ними. Радхарани, она лучше из саньяси, никто ни в каком мире не может сравниться с ней. Радхарани не нужно ставить тилок. Она всегда совершает баджан, у нее нет другого времени. Всегда 24 часа в сутки она служит Кришне. Это скрытая сокровенная сиддханта. И нитья, значит, он вечная саньяси. Те, кто находится за пределами материальных желаний, они полностью посвящены Верховному Господу. Я цитировал одну шлоку уже, в которой Кришна говорит Удаве. И вот такие слова там приводятся. Что они за пределами правил и предписаний Парамхамс, никакие правила и предписания могут их ограничивать. Нирданто хи махаваху шукам бандхя прамучхати. Follow. And also, one evidence actually that и также одно свидетельство того, что я уже изучал Падма Пурану или что-то еще достаточно давно, и там говорите, что Ясодева Госвами отправил Шукадева Госвами кому? Джанаки Махараджа. И вот там, когда Вьясадева отправил Шукадева, чтобы получить одобрение, хотя Шукадев Госвами, он самый достойный из всех, и самая достойная юнга для Бхагавата, но когда Вьясадев отправил его на проверку, и вот вопрос возник в том, что Рамачандра в Трета-йогу жил, а тот в Двапара-йогу, то вы, может, забыли в одной части Бхагаватам, там говорится, и вот там говорится, что Шукадев Госвами говорил, рассказывал об аватарах Верховного Господа, Кома Вараха и прочее. И вот он рассказывал о различных аватарах, перечислял их, и посередине он сказал, что после этого Парашурама. Парашурама, он Шакти Веша Аватара. И в 16 шлоке там говорится, я вот цитирую их.
Татаха саптадасе яту сатьяватьям парасара чакре ведо тараха сваха дришта пунсо алфамеда саха. Наро деваттям апанно суракарьо чикрсая шумудро нигрхадини чакре вирджани атаха парам. Мене фаст, it is written, и вот говорится, там Ясадева Госвами первый, потом Рамачандра явился, и вот можно несоответствие найти, но в Бхагаватам говорится так, что когда он считает первого, он считает Ясадева, потом Рамачандра, и потом Рама Кришну и прочих, Кришна Баларама и прочих. И следующая шлока, она очень важна. Нельзя спорить на ее тему, и там говорится, Дапаре саману прапте, титио юга фарияе, ятаха пара сара йоги вясабхаям кала калая харине. This to try to concentrate your mind. It written the way. Говорится, что когда Ясадева пришел, когда Ясадева пришел, вот из Бхагавата прямое свидетельство. Вот в этой шлоке. Когда два пара наступала, Параша Риши, отец Ясадева, а Сативати, мать Ясадева. Шативати, она родилась от Упани, от какого-то Гандхарва. С него выпало семя, какая-то рыба съела это семя и родила вот ее. Сативати, это мать Ясадева Госвами, она кшатри. В Махабхарате есть свидетельство этому. И вот сейчас суть в том, что Сативати, о Ясадеве говорится, сам Анупрапти, когда два пара наступало, и вот на написано, что явился на смене юг, как подобно Сандхе, которая наступает, когда день сменяется вечером или утром, днем. И вот если считать так, что Сати-югу, когда прошла, трета наступает. И вот там говорится, что он родился на, когда сменяется одна юга на другую. Kali Yuga gone, Kali Yuga, now Kali Yuga gone, Satya Yuga coming, one, come on, Satya Yuga coming, Satya Yuga gone, Teta Yuga coming, second, and
Tetrayuk gone, Tetrayuk entering. Third, now you can tell. Now you can understand it is written. Dapare samanuprati. Now you can tell. You will have to calculate that way. Otherwise you cannot tell. Bhagavad cannot speak like. Dapare samanuprati. Where is Dapare approaching? Когда Двапара подходила, Вишну Дев Госвами родился потом Рамачандра, и заключение в том, что Вьясадев и Рамачандра не практически в одно время родились. Согласно Рамайне, в конце Трета-юги Рамачандра явился, и Вьясадев тоже в то же самое время практически родился, даже чуть-чуть раньше. И вот сын Шукадева Госвами, он получил даршан Кришны, будучи в чреве матери. И вот Вьясадев Госвами долгое время находился долгое время в чреве матери. Вьясадев просил его выйти, но Шукадев говорил: нет, Кали, она, я мог попаду под влияние Кали, поэтому я лучше буду находиться здесь. И Кали. Inside who is speaking, there is material life, I don't like to touch this material life. This much. То есть Шукадев, точнее не так, а Пурана говорит, что Шукадев не хотел выходить из чрева матери, чтобы не попасть под влияние матери. И возможно, Джанакирадж был там в то время. Видхарадж, он жил очень долго. Подобно тому, как брат Раваны. Кто брат Раваны? Вибишна. In Kalakgam, Devapi, there also you can find Shatobhana still living. And Shatobhana, the son of, Dronacharya. И вот сын Дроначарьи, Ашвадхама, он тоже живет до сегодняшнего дня, но нельзя его видеть. И в Джагнат-мандире там есть одно особое титхи, они находят синего цвета лотос у лотосных стоп Баларама Свапады Джагнатха. Когда панды открывают храм, они кто это приносит, и синий лотос, это Вибишан. В особый день, однажды в год, и так случается. И в Бадинаране также можно увидеть, что в день Акшая-третьи, когда открывают храм, они видят, как только что кто-то закончил поклонение свежими цветами, лотосами и чудесный аромат. Как будто только что кто-то закончил поклонение. А кто поклоняется? 6 месяцев полубоги поклоняются, а 6 месяцев люди. И так вот, они закрывают храм, и когда через полгода приходят, то видят, что только что как будто кто-то поклонялся Господу там. И вот у нас сегодня конец. Итак, один за одним я могу говорить на эту тему, что, по крайней мере, вы поймете направление к настоящему, то, что настоящий сиддханта. Я не произвожу сиддханту в своем уме. Если мое сердце, Гурудев, пребывающий в моем сердце, если он не поддерживает, Шрила Прабхупад не поддерживает, я не могу говорить, вы можете убить меня, но я не смогу говорить то, что не поддерживается моей гуру-варгой.